Мать сказала, штаны померить. Вы можете посмотреть, мне они идут или нет? Давайте. Давай, включай. Сейчас вебочку потрублю. Демку. Мать, что мне купила узкие, нахуй? Я что? Хомосексуалист? Узкие, мать, купила. Я не настолько худой, блядь. Я вообще пиздец, так неудобно, наверное, ходить девочкам вот такой хуйне, блядь. Мать, я занят сейчас, не надо. Мать, я штаники мерю. Нормальные штаники? Мать, или не ляжки, это вот они. А ну покрутись. Покрутись, давай. Ой, не надо. Прекрасно, Жожа, прекрасно, прекрасно сидят. Лучшие она штаны. Она вчера мне приносила и говорила, типа, блядь, они мне были очень большие. Сейчас а ну как на попе маленькие. Сидят, а ну покажи. Давай. Всё, снимаю. Блядь, да! Страшно, да? Ты можешь, блядь, застегнуться, долбоёб? Вот, такой ты глупый, честно говоря. Боже, блядь, нахуй ты мудила, блядь, боже, нахуй. Нет, на выходных я не приезжаю, мне приехал, короче, толчок. Уже вот эти выходные проходят, неделя и еще выходные, и после этого уже точно дата называется, когда надо, блядь, уже вызывать долбоебов, которые все перевезут. Финишная прямая, блядь, чуваки. Я уж сегодня точно все спросил у маман. Она говорит, типа, вот это вот сейчас в эти выходные они работают. Следующие выходные они там прикручивают еще что-то, и уже потом я тебе говорю дату, когда точно ты съебываешь отсюда нахуй. Типа все, интернет работает там, блядь. Он хуёвый пиздец, блядь, пацаны. Он очень хуёвый, я ебал. 100 мегабит в секунду, это пиздец. Это мне заранее вставать нахуй за часов 5, скачать игры. Поэтому я вот сейчас думаю, надо, наверное, перед переездом накачать игры, которые, возможно, в будущем понадобятся. Там, чтобы не сидеть и не качать все это дело. Не, ну стримить-то хватит, стримить там хватит интернета. Ну, блядь, сам факт. Это пиздец, у кого сотка, это ж ебать его в рот. Сколько тебе надо? Ну мне 200-300 хотя бы, вот как-то так, вообще идеально было бы. Почему я на этом должен уебище съебал нахуй отсюда, блядь, понял, нахуй, набью сейчас, блядь, уебище. Разговаривай нормально. Ебал, я тебя сейчас набью, блядь, обоссанный, блядь. 2000 на, блядь, сука. Влад, предатель. Шкет, блядь. Ты чё, сучара, нахуй? Да мне поебать чисто, я, блядь. Я из плейбоя, мне похуй. Сокалище, блядь, тебе пизда нахуй. Я тебя плейбой рулит. Я твою маму сейчас выебал. Русская мафия. Все, тебе пизда нахуй, съебался, я... блядь. Плейбой рулит. Ай, меня не надо. Какой плейбой, блядь, уебище, сюда подойди, животное, блядь. Не надо, я из плейбоя, блядь. Привет, так я не из плейбоя. Воробьёвой. Евгений Яковлев. Сосать, блядь. Согласен. Что ты там пиздел, ну чё бурлик наехал? Еби. Сус! Нет, не надо! Вот, не надо! Ой, умер! Влад, тебя подвести? Не, не надо, у меня есть! А можно с тобой? Нет, мест нет! Понял. Можно сесть? Садись! Да. Вовчику, братишке, спасибо, привет, брат. Передаю! Да, Вовкину, братишкину, привет! Да, молодой! Как дела? Нормально, а у тебя? Слышь, у меня твои обои стоят на телефоне, круто, да? Круто, очень классно, да! Чё по жизни чем ты занимаешься? По жизни я сейчас умру. А ну так... да. А ты хочешь жить? Хочу жить. Скажи, а ты демон или андроид, блядь? Какой похуй? Зрителям не похуй, это он, алё. Давай вылазь, блядь, быстро из машины, нахуй. Куннилингус, давай. А ну руки поднимай, блядь, бегом. Расстрел школьника происходит. Да. Не надо. Последние слова. Код автора БРФФ. Да не надо. Прощай, брат. Брат школьник. Так, а ты чё выёбываешься? Попиздолил отсюда. Понял. Бегом нахуй. Раз, два, три, блядь. Бегом. Ать, не успел, блядь. Бля, я сегодня такой козёл, блядь. Эй, пс. А? Можно сюда тебя на секундочку? Давай. Блядь. А-а-а! Как ты видишь, я занимаюсь... Слушай, это... Хочешь немножко чёрной магии увидеть? Не, дядь, я поехал, давай. У Иисуса тачку украл, блядь. Когда волк молчит, лучше его не перебивать. Реально, давайте мы въебем собаки этой. Давай собаку нахуй запинаем. Ебать! Чё не съебал? Ебать! Как его так скосило, блядь? Инвалид он, дядь, инвалид он. Тогда извиняюсь. Добрый вечер. Бля, опять эти уёбки. Вы че меня отхуярили, блядь? Блад, садись. Блядь, да ты заебал уже, нахуй! Пожилой кизяк, уёбище, я кизяк, блядь. Блядь, какие менты, сука, тупые, блядь. Ты, сука, долбоёб, нахуй, ты заебал уже, блядь. Сейчас. Ты реально заебал вообще, ты понимаешь это, блядь?
Работает щенячий патруль! Никому не двигаться! Воп-воп! Чё ты мусорнулся, гендарь? Воп-воп! Ебать, я выебал. Менты на меня! Воп-воп-воп! Ебать! Борька, рецидив! Стой! Блять, пи***! Блять, сука, не задави нахуй туда! Блять, псы, не мешайся! Блять, дядь, пиздец, приехали нахуй! Щенячий патруль тут? Блять, заебали вы меня нахуй уже! Заебали, блять! Заебали, блять! Суки! Да, блять! Блять! Куда он уехал? Куда он уехал? Куда он уехал? Люкс, это когда в личном вертолете губернатор летит. Держу в курсе. Тебе как вообще нормально сидится, Ержан, блять? Ержан второй. Меня зовут Ержан Максимович. Ержан Максимович. Блять! Понятно. Блять! Пизда! Пизда, блять! Нам пизда! Прыгайте, блять! Я ебал его рот, блять! Призывают, чтобы полицейский департамент больше никогда не сажал обезьянок. Коронавирус, коронавирус, уходи с нашего. Бля! Не, ну это извини. Куда же я не удержусь, блять? Погнала. В Москве ликвидация публичного дома закончилась настоящей истерикой. Проститутки расплакались, увидев телекамеру, и общественников наверняка были уверены, что их работа навсегда останется тайной. Впрочем, некоторые девушки, видимо, с большим опытом начали сыпать оправданиями. Их выслушал Валентин Горшенин. Со слов общественников, к визиту в этот бордель они готовились не один месяц. В полуподвальном помещении есть все для постоянного проживания проституток. Двухъярусные кровати, алло, я тут. И душевые кабины. Заходим внутрь и сразу встречаемся с администратором. Данная девушка, возможно, по моим предположениям, является администратором. Нормальный видос наклепается. У меня чела ебать орнул. Да. А как выглядит Навальный-то? Ну что, я описывать буду. Приедет, так покажу. Вы... А, может, ага. Может, пометим его какими-нибудь маркерами. Хорошо. Вот он, вот. Брайан еще так написал, нахуй, первую букву N маленькую, а все остальные большие. Ну когда впадло было вообще. Навальный. Бля, она сейчас по-любому в трубу туда смоется, блядь. Рататуй. Фильм «Смывайся», блядь. Пойти похавать, что ли? Ты чё, хавать пойдёшь? Блядь, да как это сделать? Я хочу с диджеем поугарать, блядь. Что это за приложение, нахуй? В инстаграме. Это маска в инстаграме. Я хочу, блядь, вот эту хуйню срочно. Хавать пойдёшь, говорю, нет? Эй, молодой. Ладно, тренируйся, пойду один похавать. Коронавирус, лавенте ласманов, сифилис, блядь, положительный гепатит. Пиздец. А хотите посмотреть, как Жора шрет корм Михалыча? Это не твой, братан. У твой там дальше. Пока, счастливо. Блять, она сиськи не покажет, нахуй, кота. Подожди, я это только что добавили, нет? Чё? Это не чекается. Блять! Ой, блять. Здорово, блять. Пиздец, блять. Блять, это очень страшно, нахуй, я ебу, блять. А не знаю, кому-то такие мемы заходят, я не понимаю, блять. Мне шиза такую хуйню кидает. Блять, все, в пизду, блядь. Короче. Я чё, у меня мурашки пошли, блять. Пиздец. Страшилка, блять. Нет! Офай, офай! А чё там? Я это удалил. Я удалил же вроде, он добавил еще раз, что его забанил. Удали его. Не включай. Не включай его. А, всё равно включай. А, он закрыл? А чё тут происходит? Он просто там на П чё-то говорит, да? Нет, запиздят друг друга, не? Блять, ты долбоёб. Блять, они, блять... Блять, ты за сука, что? Блядь. Ребят, он человека забанил вот за это. Пиздец. Ебать, ну это реанимацию надо вызывать, блядь. Пиздец.
Блять, такой молодой, блядь. Катана, нахуй, куда ты, блядь, человека забанил, блядь? Такой молодой был. Удалил видос этот. Блядь, я орал, пизда, вообще. Блядь, это такой баян, но я пиздец ору каждый раз. Ага. Огурцы. Опа! Блять! Потерял, мама сказала. Тихо. Котенок, как ребенок. Ему необходима нежная забота, особое детское питание. Вискас для котят. Он создан специально для того, чтобы вы стали малышу лучшей мамой на свете. Вискас для котят. Мама, блядь! Винты вылазят. Мама, блядь! Блять, он еще голову так наклоняет, блядь. Ты видишь, как лучи добра, блядь, и света на него, блядь, просто падают. Тихо. Как будто бабушка говорит, блядь. Это да, это да, это да. Блядь, заебись. Чё, блядь? Поехал. Нормально делай, нормально будет, блядь. Three guys can't score. Ебать! Ебать вообще, блядь! Алло, да, мама? Ты самая лучшая женщина на свете! Да. Это Жожа, кстати, по-любому, блядь. Вот если Жожа бомжом станет, он будет именно так выглядеть. Тебя любят люди. Они тебя ждут. Я для тебя хочу даже... Я вот все могу. Я представил просто, что этот подписчик мне говорит, блядь, когда я стримы не запускаю. Это очень приятно. Спасибо, ребята. Я даже для тебя могу спеть песни. Твои. Ой, реально Жожа. Точно, Жожа. Такие чистые, как небо. Она запнулась. Я благодаря этому алкашу, блядь, узнал, что там после чистые, как небо, блядь. Бля, ебать, сиська вонючая у них. Тихо, тихо, смотри. Are you scared? The smell. Я один раз придумал, я взял градусник, я думал, блядь, так, надо наебануть, и когда поумнел уже. Но не настолько, чтобы понять, что не надо, блядь, градусник огоньком жечь. Короче, я сижу вот в этом месте, блядь. Вот прям в этом месте, вот где сейчас сижу. Думаю, так, температура, блядь. Так, воткнул, думаю, блядь, 36,6. Думаю, пиздец. Ну-ка, беру зажигалку у бати такой. Так, 37, 38, 39, 41. И ртуть нахуй по всей хате, блядь. Я иду маме, говорю, мама такая, ааа, блядь. Все, выйди из комнаты, пиздец, тут ртуть, блядь. Диван нахуй, на диван. Ртуть в диван упала. Диван нахуй вынесли на следующий день, блядь. Пиздец. А как у меня батя пошел с градусником чайник, блядь, заваривать, нахуй. Туда, блядь, градусник в чайник уронил и вскипятил его, блядь, тоже ебануло. Пиздец. Я не знаю, как это вышло. Я когда мелкий был, я чтобы в школу не ходить, я головой, блядь, приснялся к батарее, блядь, и меня мать щупала и говорила, можешь идти. Охуеть ты умный, я не додумался до этого. Смотри, вот этот чел на меня похож, блядь. А, ну я подписался, кстати, блядь. Это пиздец. Это мальчик или девочка? Это гей. Нет, это мальчик. Бисексуал. Вот как, нахуй? Вот как, блядь? Я не понимаю. Больше всего меня раздражают люди, которые говорят, что я похож на Братишкина. Так он реально похож на меня, блядь, он же школьник. Не, ну это хуйню он сказал где-то на канале. Не, ну у него брови поаккуратнее, правда. Вот смотрите, я просто сейчас ебал то же самое сделаю, блядь, вот, к примеру. Вот. Ну это ж, блядь, ну копия, я хуею. Блядь, давай я тебе, давай, женщина, давай я тебе включу просто вот это, посмотри, блядь. Моя ориентация. Ищу крашку или краша. Загрузка анкеты. Мое имя столько лет. Столько лет. Сколько? Да, да, блядь. Нет. 16.
Офигеть. Я говорю, его надо второй вебкой вывести, блядь, на стрим позвать. Блядь, Кэти, как найти в ТикТоке? Я хочу посмотреть, что там за чмо целоваться хочет, блядь. ТикТок. Давай, ну что ты будешь? Ну, погодите, дайте посмотреть, ну, ебаный в рот. 13Г. Кэти, 13Г. Г. Опа. Блядь! Блядь! Сюда, лут, какая сос... У нее еще ребенок. Блядь! Ебать у нее брови, блядь. Она еще из Украины. Блять, ты посмотри документы нахуй свои захуярила сюда, блядь, ебло. Опа, плюс кредит, кстати. Блядь, что за петушара, бля, ебаная вообще? Это Томбой. Кто? Томбой. Ты-то, блядь, откуда петухов знаешь? Я ТикТок смотрю просто сейчас. А снимаешь? Томбой. Нет, смотрю, я не снимаю. Я Домбой. Да ладно, там, наверное, в этот... Это вроде девочки, которые хотят быть мальчиками. Мальчик и... хочет в томбой. Да это пацан, алё, блядь. Ну да. Это мальчик, который хочет быть похож на ЛГБТ. Почему? У меня, например, такой вопрос к порноиндустрии, блядь. Возможно, кто-то из вас ответит. Почему всегда порно начинается с минета, блядь? Мне не нравится это смотреть. Я тоже минет скепаю. Я минет. Я наоборот смотрю. Минет, мне не нравится. А нахуя на хуй смотреть? Это такое... Ну, блядь, ты смотришь на хуй, я смотрю на другую. За что? Вот, блядь, мне одному не нравится, когда тёлка вот сидит, и у неё, блядь, ротные рефлексы. Блядь, да, блядь, ты смотришь жёсткое, а есть нежное. X-Art. Дядь, ты посмотри, порно, посмотри X-Art. Девочки смотрят, блядь. Алло, нет. Долбоёб. Я имею в виду, ну, не такой минет, типа, глубокий горловой, обычный, блядь, дядь. Блин, это как бы разогревочка, знаешь, там, минут. Пиздец, чё мы обсуждаем, блядь, вообще, нахуй? У меня чмо на экране, блядь, стоит. Не бы я минет посмотрел, блядь. Блядь, а вы вообще, нахуй, Даш, ответь, пожалуйста, вот. Вообще в тональник везде, блядь, используете, Ден? Нет, я вообще не пользуюсь. Да? Что он тебе не помогает? Смешно. Бля, когда он шепты со своими красными, блядь, хуйнями на щеках помолчал, бы. Дебил, у меня вообще-то проблема с сердцем. Да мне похуй на твое сердце. Настя Руфлич, ебать. Лаки мне. Да мне похуй на твое сердце, я. Так она жирная просто. Да, она реально жирная. Бля, окей, вообще не вопрос, нахуй. Смотрите, попочка, блядь, какая. Опа! Нахуй. Опа! Блядь! Покажи. Нереальная, блядь. Опа! Я один раз тверк на стриме делал, блядь. Ну, года полтора, наверное. Ну нет, ну может полгода назад смотрел. Да ладно, дрочишь, блядь. Дрочить невозможно. Мне неинтересно, мне... Ну правда. Дрочить невозможно, перестать. Мне только интересно сюжетная линия. Ну типа вот, чё там... Ой, давай. Да, да, да. Ёбнутый сюжет. Да, братик, да, помоги, да, я застряла, да, блядь, в стиралке. Ну да. Он такой, сейчас я тебе помогу, блядь, такой. Блядь. Он такой, что ты делаешь, блядь, не надо. Ну, так нельзя, это неправильно. Ну ты ж сводная. Ну ты ж сводная, ну тогда ладно, блядь. Не, ну я больше фэмили-терапию люблю, вот это охуительно. Да фэмили там редко, и там какие-то, это что? Блядь... Это... Да ладно, пиздишь, блядь, да. Сидишь. Я правда не знаю. Бля, по-любому на Блэкиде отвисаешь, блядь, 100% нахуй. Я не знаю, что это даже. Ну загугли. Мне Блэкиде нравится, потому что там иногда мужикам жопу лижут, блядь. А, да-да-да, вообще пиздец, а не Ляндус этот.